Всем здорово, всем привет! Сегодня снова играем в OMSI 2 на карте Чугуев. Автобус у нас сегодня будет БАС 2215. Да, вполне можно назвать его автобусом, потому что он высокий. Но мы как-то привыкли, да, все, что у нас похоже на газель, то у нас маршрутка. Ну, допускай будет так. Также его еще называют дельфин на украинских номерах, потому что карта у нас Украины. Само собой, маршрут будет сегодня 15-й Чугуев авиатор, но у меня почему-то не включаются вот эти вот таблички. В общем, надо с этим, наверное, заниматься, как-то их выставлять. Ну, я не буду с этим заморачиваться. Вообще, моделька очень-очень качественная, очень хорошо сделана, придраться особо даже не к чему. Блин, ну, реально отлично сделано. Давайте покажу вам, что тут у нас открывается, закрывается и так далее. Капот не открывается. Открывается у нас вот этот вот лючок, да, ставится колпаки и ставится зимний чехол на решетку, но мы его ставить не будем. Колпаки, не, пожалуй, колпаки я сниму, выглядят они вот таким вот образом. Ну, в принципе, красиво, но я, пожалуй, их уберу. Убираем, закрываем лючок. Закрываем лючок. Ну, закройся. Да что ж ты издеваешься ты надо мной. Дверь заднюю покажу, как открыть попозже. Она у нас так просто не открывается. Ну и лючок бензобака тоже не открывается. Ну, собственно, все. Давайте переходим уже в салон автобуса. Так, у меня трекер уже включен почему-то. Ну да ладно. Итак, такие вот тонкие сиденья. Кстати, у него присутствуют разные года этого автобуса, так скажем, это пак базов, они разных годов выпуска, и, соответственно, у них какие-то там свои плюшки есть. Но я не вникал в это во все, но вот заметил то, что сиденья разные как бы ставились. Их тут от 2004, по-моему, там вплоть до 2008 года они у нас присутствуют. Так, как дверь у нас открывается? Нужно вот эту пимпочку поднять и дверочку за ручечку открыть. Вот так у нас открывается. Закрывается. Давайте с внешки покажу. За ручку дергаем, закрываем. Как-то так поднимем эту пимпочку, то есть опустим аварийный выход, да, все как бы по-украински, потому что он у нас типа как бы для Украины. Давайте откроем люк. Люк открывается с внешки. С внешки люк тоже открывается, все четко. Давайте закроем его. Закрыли. Форточки. Форточки открываются, конечно. Эта форточка тоже открывается, закрывается. Давайте дальше пройдем. Мы оказались... Ага, мы оказались вот где. Спереди, на переднем, блин, сиденье. Тут тоже табличка аптечка у водителя. И там количество мест, да, и вместимость там пассажиров. Вы сами как бы можете увидеть, сколько мест и количество пассажиров. В нем вполне можно, да, стоя ездить. В этом как бы его большой плюс. Ну, еще вот отсюда можно, да, поглядеть все. Так. Давайте вот этот вот шильдик рассмотрим. Украина. За Черниговский автозавод. Ну, тут вины, да. Все остальное, масса, тотал и так далее. Кому интересно, рассмотрите. Ну, давайте на место водителя перейдем. Так, руль, надо руль центровать. Да, я, конечно же, буду на руле играть, на моем G27 и с трекером. Так, все, руль центрован. Давайте начнем с форточки. Форточка открывается. Звук нормальный. Шторка. Шторка опускается тоже с таким звуком интересным. Ну, текстура нормальная, да, пойдет. Вполне себе пойдет. Далее, бардачок. Давай откроем бардачок. Открывайся, давай. Таблички. Это у нас шторки. Это у нас лентяечка ставится вот такая. Нормально, можно оставить. Такие вот шторки, получается, да. Ну, вполне себе нормальные, но я, наверное, все-таки уберу ее. Хотя, да, скорее, ну, хотя пускай она висит. Почему бы и нет. С внешки вот так выглядят эти шторки.
Ну, нормально, ладно, пойдет с салона. Но опять же, блин, когда стоишь, ни хрена тебе будет не видно, если только вот в это окошко как-то смотреть, и то здесь табличка будет мешать. Дальше. Откроем вот этот бардачок. Здесь у нас мелочница, стандартный, да, газелевский бардачок. И сюда вешается у нас вот такая лампа. Она работает у нас в темное время суток. Давайте я покажу, как ее включить. Только надо сначала подать питание. Давайте подадим питание. Пошло, руль у нас вот здесь выключается. Итак, даем свет. Вот так оно горит, зелененьким таким светом. Работает, работает. Это уже радует. Закрываем, выключаем все. Так, лентяйка почему-то убралась только. Ага, вернулась. Все, закрываем бардачок. Ну, давайте пройдемся по кнопочкам. Какие кнопочки у нас тут присутствуют? Это свет над нами, головной свет получается. Ой, головной, над головой. Это переключение с бензина на метан. Он на метане, кстати говоря. Да, вот здесь у нас есть баллоны с метаном. Все как бы это цивильненько. Покажу, как переключается потом, если не забуду. Это регулировка фар, по-моему. Она тоже анимирована, если заметите, да. Дальше. Поворотники, смычки не включаются, но они анимированы. И это уже хорошо. И это дальний свет. Далее, что у нас еще здесь работает? Здесь ничего не работает. Так, это фары включаются вот этой вот крутилочкой. Раз, включили. Подсветка, фары включились. Давайте даже проверим с внешки. Да, габаритики работают. Сзади, спереди. Все работает. Этот у нас то же самое. Тоже регулировка фар, по всей видимости. Так, лепесточки. Это у нас дворники. Омывайка вверх, если ее дергать вниз, то есть. Ну и сигнал работает. Печка. Печка у нас. Вот это я не знаю, печка или нет. Что это вообще такое? Давайте навалим печки. Она, наверное, не будет работать. Надо завести автобус. Но мы ее хотя бы включим, и она у нас уже сама автоматом включится. Здесь не анимировано. Это не знаю что. А, это, собственно, включение печки есть. Аварийка. Все, пожалуйста, все показывает. Все горит, блин, четко вообще. Выключаем ее. Это у нас свет. Включаем все три. Каждая лампочка сзади у нас получается. Давайте включим первую, посмотрим, как она горит. Вот она. Давайте вторую. Вот загорается. Ну, вы, короче говоря, поняли, да? Давайте все три включу. Вот так у нас светится в темное время суток. Все подсвечивается. Можно будет в конце видоса поставить вечер там или ночь и проверить это все дело. Так, это уже показывал. Здесь не... это, по-моему, обогрев переднего стекла. Да, давайте выключим. Он нам не нужен у нас. Ни снега, ни дождя. Ну, вроде как все. Здесь ничего не работает. А, мелочница или пепельница тоже открывается. Ну, давайте оставим так вот открытой ее. Почему бы и нет, да? Запускаем, наверное, автобус уже. И я буду выставлять маршрут. И уже потихонечку поедем. Эту табличку тоже я уберу. А, ну да, дверь. Дверь. Дверь ведь надо показать. Мы уже поставили. Дверь открывается вот здесь. Кстати, это, по-моему, я взял 2005 года модель база. А до этого... я ездил, по-моему, 2004-го, и там была не вот рычажок, а кнопка. В общем, у них у всех разные там свои фишечки какие-то есть прибамбасы. Давайте откроем дверь. Сначала звук, потом дверь. Вот так она открывается. Ну и закрывается. Давайте с внешки это оценим, как у нас дверь работает. Так, нажимаем кнопку. Открывается. Нажимаем и закрывается. Также еще можно открыть ее с внешки. Но это тяжело сделать, блин. Даже можно с салона ее вот так вот механическим путем открыть. И как-то я ее открывал, но вот. Но она все равно отскакивает обратно. Короче, это все беспонтово. Это уже, наверное, крайний случай какой-то. Ну что ж, вроде как я вам все почти показал. Давайте запускать автобус.
наверное. Хотя нет, пожалуй, сначала выставлю маршрут и будем запускать. Итак, друзья, маршрут выставлен, до отправления у нас осталось 1.5 минуты. Давайте запускать автобус и будем подъезжать к пассажирам, пока они у нас загрузятся. Так, и что ты у нас не запускаешься, друг? А, передача, наверное, стоит. Также анимирована, да, коробочка. Сейчас я вам покажу. Вот, включаем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестой нет, и задняя. Все работает, все четко. Убираем ручник. Ну что ж, и поехали. Как говорится, грузиться. Так, смотрим по зеркалам, никого вроде нету. Лагать будет обязательно, потому что это Чугуев, вокзал здесь постоянно у меня лагает. Почему-то, кстати, стало сильнее лагать, хотя до этого не так сильно. Ну, в общем, когда как, то лагает, то не лагает. Но это ОМСИ, это не оптимизированное говно. Все мы это знаем. Марш. Пассажиры уже подходят, давай остановимся. Все, открываем дверку. Так, надо сразу открыть люк наш. Так, включим эту тему, чтобы нам видеть, да, опаздываем мы или нет. Сдачу не дал. Что не дал-то? Все, я дал. Вот. Просто что-то не сработало. Можно. Держи. Это мое, да? Так, пожалуйста, возьмите. Здорово. Да, пожалуйста. Все для тебя, родная. Мне билет за 4. Держи, садись. За 2 гривны билет не продайте. За 2, так за 2. Вот тебе за 2 гривны билет не продайте. Дайте, пожалуйста, билет за 3. За 3 держи. Да сколько у вас там еще? Пожалуйста. Закрываем люк. Все, все сели. Что-то они не садятся, правда, у меня стоят. Ну ладно, мне барабану. Хочешь стой, хочешь сиди. Ну что ж, трогаемся. Мы уже опаздываем на 1 минуту, но это все фигня. Полная. Езжаем. Водителя, потише ехать нужно? В смысле потише? Я только тронулся. Ползем на второй. Пытался включать этот туман, ездить с туманом. Но, блин, просадки какие-то идут. Хотя с туманом не так сильно, но вот с дождем, блин, прям просаживает. Но зато красиво. Для видоса как бы это... Да что ж так неаккуратно водите? Да в смысле неаккуратно? Что да что ж так неаккуратно водите? Да что ты там доебалась до меня? Ты сейчас выйдешь, ралли Дакар. Пойдешь пешком. Слишком громко орут пассажиры. Так вот, с дождем, короче, есть просадки, но зато красиво. Можно дворниками побаловаться. Но, наверное, все-таки не на этой карте. Либо на каком-то другом маршруте. Пропускаешь меня, да, молодец какой. Молодец. Там, где более как-то все оптимизировано. Спускаемся. Потихонечку, потихонечку. Так, тут нам направо получается в следующем повороте. Ну что ж, давайте немножко поговорим об автобусе. Расскажу вам. Так, сейчас только заеду на остановку как-нибудь аккуратно, чтобы они меня не убили. Эти пассажиры сумасшедшие. Выходить-то никто не хочет. Подходят. Заземляемся. Держи. Лишний. Пацанчик. Вот тебе.
все, да? Так, и куда нам ехать? Я ж, блин, не знаю. Прямо. Этот автобус у нас, БАЗ-2215, он же Дельфин, особо малого класса. Он предназначался у нас для коммерческих маршрутов. Естественно, сделан он из газели, так скажем, да. Шасси у него, значит, от ГАЗа 3302. Из-за своего такого своеобразного вида его дельфинами, блин, и прозвали, потому что, ну вот, он какой-то реально такой дельфинчик, такой маленький автобусик. Но, блин, этот лабаш здоровый, ну, ой-ой-ой. Не знаю, выглядит с одной стороны как-то нелепо, а с другой стороны, да вполне себе ничего. Как бы сейчас такие ездят, Газели Next тоже стали такие, вот, по крайней мере, у нас по городу катаются. Вполне себе ничего, как бы. И идет она как иномарочка. Вообще автобус вот этот вот именно выполнен в Омсе неплохо так. Военный городок, это наша остановка. Пожалуй, я оставлю эту полосу. Надеюсь, она никому не будет мешать. Так, стюардессы какие-то идут. Чтоб мне не путаться, просто пускай эта полоса горит. Держите вашу сдачу, ваш билет. Не за что, присаживайтесь. Пожалуйста, присаживайтесь. Так, все, да? Закрываем дверь, закрываем люк. Маршрутик, он коротенький у нас. Он там, по-моему, занимает что-то порядка 10 минут. Но мы прокатимся в ту и в другую сторону. Что я обычно как-то так делаю. Если маршрут короткий. Блин, вот я на самом деле не знаю, есть ли какой-то мод на нормальных пассажиров, потому что, насколько я знаю, есть DLC, но где мне его взять, его же не покупать, я же на пиратке играю, как бы. У меня таких больших денег нету отдавать за Омси. Так, у нас зеленый. Все-таки хочется более-менее нормальных пассажиров, хотя бы зимой, чтобы были пассажиры в одежде, потому что я хочу зимой поездить, даже планирую стрим запустить на лазике. Я уже говорил это на одной из трансляций. Хочется прокатиться на лазике именно зимой, потому что себя очень хорошо зимой чувствую. Здесь как бы своеобразная такая физика есть. Так, это наша остановка, ДУ-642. Кто-то выходит, пускай выходит. И никто не заходит. А, я совсем забыл про это зеркало, но, блин, оно неудобно, мне приходится голову затирать, потому что, блин, трекер. Так, отъезжаем. А, ну да, забыл показать вам, как переключаться на метан. Ну, ладно. На одной из остановок это сделаем. Развозки это не наша. Так, нам направо. Какой тут самолет прикольный стоит. Слушай, смотри-ка. Блин, как красиво. Ё-моё, надо на обратке скрин сделать. Давай, едь, едь. Блин, чётенько. Ну, вот, собственно, уже и авиатор. То есть вот такой вот короткий маршрут. Сейчас мы всех высадим и поедем обратно. Блин, ну мы как-то быстро проехали. Мне кажется, даже 10 минут не ехали. Подождите, не торопитесь вы. Или как-то я вот за таким монологом, да, показалось, что быстро приехал. Ну что ж, пока едем на перекур и будем стартовать через сколько получается? Через 2 минуты мы стартуем, да? Походу, да. Ну что ж, закрываем дверь. Так, тут получается разворот нужно делать. Я так полагаю, ой, не то.
Ну да. Получается, нужно делать разворот. Ну, так, на бордюр придется заскочить. Как прикольно передается в руль все. Давайте вот здесь встанем, и я переложу маршрут. А, конечная, надо было там остановиться. Там и стоять. Ну ладно, неправильно немножко сделал, ничего страшного. Ничего в этом страшного нет. Давайте проложу обратный маршрут. Чугуев 15 выбираем. Пошел процесс. Ну, давайте пока курить как бы некогда. Будем загружать пассажиров. Идут. Это уже хорошо. Заходи. Так, иди садись. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Ну, я вроде как бы дал. Нет? Прикольно, что... Продайте билетик. Да хоть за 4. Прикольно, что утром пассажиры говорят «доброе утро», днем там «здравствуйте», «добрый день». Даже это как бы здесь у нас проработано. Закрываем двери и стартуем. Здесь у нас еще пара секунд постоять, полминутки. Такой вот маленький вот микрорайончик «Авиатор». Там какой-то, видимо, завод, да, или что-то такое. Шлагбаум, потому что стоит, дворики, кустики. Все прикольно сделано, все прикольно выглядит. Ну что ж, стартуем, поехали. Так, все у нас все сидят, все загрузились, никто больше, никакая бабка не бежит за автобусом. Можно и выезжать. Вторая. Так, там никого вроде нету. С Чугуев нам туда. Давайте скрин надо мне сделать обязательно. Попробуем, если получится. Ну, почти. Ну ладно. Развозки это не наша. Тоже мягонько идет, кстати. И управляется он хорошо. В общем, ну как легковуха, грубо говоря. Хороший автобус. Резвенький такой, резво стартует. И управлять им несложно. Но я хочу что-нибудь посложнее. Какой-нибудь либо старый какой-то автобус, либо гармошку. Какую-нибудь гармошку. Попробую еще поставить карту МОГЭС. Тоже хорошая карта. Она у меня, по-моему, даже уже стоит. Только надо потестить, покататься. Правда, не знаю, как она в плане оптимизации. В общем, как только, так сразу запилю видос. Ну и что ты не садишься? Что, хочешь сказать, мест нету? А ты, дядя, что встал? А, или они на тот автобус идут? Ну-ка, что-то я ничего не понимаю. Так, заходи. Что ты как не родная-то? Короче, багает пассажиров. Не знаю, что им надо. Ребята, у меня график, мне некогда с вами тут тупить. Короче, хрен с ними, не хотят садиться. Пусть не хотят. Не буду я тут с ними долбиться. Третья передача. Да, резвенько мы идем. Накинул немного трафику, но... толку ноль, видимо, нужно еще больше, но тогда будут больше просадки. Разогнаться здесь негде особо. Ну вот 80 мы уже летим с вами, да, давайте не будем особо летать сильно. Зачем это нам, ни к чему. Кстати, он собирался сразу на двух заводах, как оказалось. В корпорации «Эталон» в Борисопольском до 2003 года, а после 2003 года я могу вообще остановиться.
Уже на Черниговском после 2003 года. Ну, первый, соответственно, сошел в 2003 году на с конвейера автобус. Как бы большой его плюс в том, что тут можно стоя ездить. Ну, как вы знаете, а эти-то хотя бы сядут. И эти не садятся почему-то. Не знаю, что им надо. Реально, не понимаю. Все же нормально было. Блин, еще сзади этот пристроился тут, как обычно. Либо нужно мне совсем близко к бордюру подъезжать, тогда они будут садиться. В общем, не знаю, что они тупят. Давай я прямо вот сюда подъеду. Нет, не заходят, не знаю почему. Не хотят и все, ну и хрен с ними. Кстати, не показал вам вот здесь вот у нас все остановочки, весь наш маршрут аккуратненько на скрепочку прилеплен. Так, Кашка где-то там отстал. Летим с горочки. Ну давайте притопим хотя бы до сотки, если получится. На нем реально можно быстро поездить, погонять. Сотку выжали, все, оттормаживаемся. Зилок-зилок стоит. Ростовская трасса — это наша остановка. Блин, подожди, я не туда заехал. Мне же надо было повернуть направо там. Или нет? Или как? Нет, прямо нам. Тоже не садится. Не знаю почему. Что с пассажирами случилось? Какой-то баг, по всей видимости. Это ОМСИ. Перезаписывать видео я уже не буду. Вы уж извините, но ради каких-то, блин, баганных пассажиров нет. Неохота. Ну все, у нас следующая остановка уже вокзал. В отстойник будем вставать. Наконец-то по-человечески у меня настроен руль в ОМСИ. Все нормально работает, крутится, вертится. Ну, вот и вокзал. Так. Сейчас будем заезжать. Автовокзал. Даже не знаю, где их высаживать, потому что они всегда везде пропадают, где бы я их не высадил. По сути, обычно я как-то подъезжаю сюда, высаживаю и стою в отстойник, потому что, ну, как бы так и делается. Но они выходят и пропадают все равно, где бы я ни остановился. Ну ладно. Блин, а где наш отстойник-то? Ворот его колотить. А, по всей видимости... Нет, подожди, здесь нету моего. Хотя... Да, может, если вот здесь остановиться внизу, то, может, что-то и будет. А так не получается. Где наш отстойник? Я его вообще не вижу, если честно. 15-го маршрута. Нету, слушай, нету. Значит, где-то там. Ну, встанем там, откуда мы и стартовали. Какая хрен разница. Может, вот здесь он. А, вот он, да. Нечетко видно почему-то, не знаю почему. Ну, а нет, это 40... Да, вот он наш. Все ссылочки вы найдете в описании. Забыл совсем сказать. Также вступайте в группу ВК. Там будут анонсы видосов и стримов. Иногда выкладываю анонсы, когда у меня есть время еще. Ну, как-то так мы сегодня проехались. Давайте глушить уже автобус наш. Печка. Ну, кстати, печка работает. 32 мы прогрели.
Выключаем все. Ничего нам больше не надо. И выключаем массу. Ну, на этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто смотрел прошлые видео по ОМСИ. Всем спасибо, кто ставил лайки. Блин, дико приятно, пацаны. Еще раз повторюсь, все ссылочки на моды присутствуют у нас в описании. Всем огромной удачи. Всем счастливо. И пока. Real gutter, man. Open doing gutter things. All the girls love me, man.